Приветствую, это канал Армрестлинг My Life. И смотрим турнир Lyon Open Cup. Короче, это финал плюс 95 категорий. И тут встретился Жох и Пушкарь в предварительных категориях. Получается, Жох просто вырвал руку и засчитали, что уход от борьбы. Но они так и не поборолись. Вот Жох пришел, он с правой стороны. И получается... Сейчас у нас, скорее всего, разрыв. Отлично. И я прокомментирую этот поединок. Почему? Потому что много видео записывали. Там комментатор был другой, украинский какой-то. Блин, он меня выбесил, поэтому я хочу прокомментировать сам. Ну, хотя бы вот этот поединочек Пушкаря и Жоха. Пересмотрев все поединки, это самый такой... интереснейшие. Вот. Были, конечно, еще другие довольно-таки интересные поединки. Это можете посмотреть на видео, которые будут выложены, все остальные. Поэтому давайте насладимся вот этим поединком. Так, хорошо. Как вы помните, Жох, он, в принципе, тренируется на Arm Fight. Вот, и все говорят, что он в хорошей такой форме, что готов покатать Пушкаря. По разрывам это непонятно, ну вот смотрим, уже Жох как-то хорошо взялся. Смотрим, что сейчас получится. Зайчик, видели зайчик? У меня тоже такой. Так... Бум-бум-бум. Рука Жоха просто поздоровела, он сам побольше весит. Кстати, Жох пошел, выступал. А, так, ну, видно, что в 90, плюс 95 он пошел. Уже не в детскую категорию пошел, а уже нормальную категорию. Решил, что зачем баловаться с детками, пора показать себя с мужчинами. И вообще, как Пушкарь, как он, вот есть категория, видео есть, можете посмотреть. Легко проходили. Смотрим. Оба, подвыбил кисть. Неужели хана? Хана! Отлично! Вот так, пацаны, вы видели? Думали, что такое вообще произойдет, а? Вот тебе на, и он не забитый, Пушкарь не забитый. Да-да-да. Так, смотрим, Пушкарь. В принципе, не сильно расстроился. Еще один раз можно. Так, смотрим. Да. Вот, белорусы показывают, как снимают. Так, не будем утомлять, как там они опять разорвались. Вот они опять на связалке. Рука, ширина ладони Олега просто огроменная. Оп, пошла борьба. Вот почему-то Пушкарь не так становится, как раньше. Вот почему? Не дает же. Отлично, победа. Полностью выбил. Красавчик. Такой что-то недоволен Пушкарь, видели? Головой помотал. И Жох что-то понял, что-то не то. Блин, вот Жох интересный пацан. Он такой не звездный пацан. Он просто посмотрел, что царь, лев. Не согласен. Подошел этому, а? Оп, что ты сделал? Блин, этот судья что-то там не наложил. Короче, сейчас смотрим, что дальше будет. Там что-то они совещаются. Совещается, посмотрим. Пушкарь не уходит, объясняет. Приблизим, посмотрим. Смотрим. Так, короче, судья сказал что-то ведущему. Ведущий. Короче, Пушкарь не уходит. Скорее всего, будут перебариваться. Так, расширяем. 5. Будем смотреть, что тут дальше происходить будет. Так, повторяют. Повторяют. Короче, лопнула завязка. Лопнула завязка. И кисть пошла у Жоха, и получается... Ну, это преимущество, согласен, это преимущество. Ну, не сильно большое, но преимущество... Значит, Жох опять выходит. Так, интересно посмотреть. Он подошел к Пушкарю, посмотреть, что там происходит.
Так, ведущий говорит, все, вот так. Жох. Ну да, давай, давай. Ну, я думал, это подстроено специально перед Вендеттой, чтобы показать, вот, Жох просто в невероятной форме. Чтобы оппонент... Ну, короче, если реально Жох вот затаскивает Пушкаря, это ж, блин, то очень крутая форма. И значит, его оппонент как бы, ну, не готов, скажем так. Пушкарь это просто лев. Конечно же, Цыпленков, потом Пушкарь. Я считаю так. Когда Цыпленков уходит, тогда заходит Пушкарь. Но не совсем. На левую руку мы знаем, кто у нас чемпион. Чемпион Дейфл Ларат. Это знают все. Это знают все. Покуда не поборолись Пушкарь и Дейв Лорат, ничего это можете не говорить даже. Пушкарь по факту проиграл ему тогда. Проиграл. Поэтому, пожалуйста, не спорьте. Так, тот же судья устанавливает. Ну, еще, в принципе, до Злотого Тура очень много времени. Я думаю, что у них не сильно такие и форму они набрали. Пока еще рано. Ну, не так стартует. Ну, не так Пушкарь стартует. Непонятно почему. А это смотри, крюка даже такого хорошего дает. Вот почему? Вот как он. Неужели у Пушкаря-то кисть раскрывается? Он почти в крюках был, Пушкарь. Все, это хана. Блин, какое предплечье огромное. И все, есть. Да, согласился. Пушкарь согласился. Посмотрим повтор. Отлично. И вот сейчас Жох почувствовал кайф. Бах, полностью положил. Видели, как рукой. Вот это эмоции он теперь понял. Победил льва. Не поезда, не поезда. А льва, он реально как лев. Все, ставим лайки, подписываемся, комментарии, если не согласны, тем более. Смотрим следующее видео.